Оформление входа на участок. Оформлению входной зоны на любом участке необходимо уделять отдельное внимание, ведь от нее во многом зависит первое впечатление у гостей или даже случайных прохожих. Входная зона состоит из калитки, ворот для въезда или в гараж, палисадника, дорожки до дверей дома, крыльца и самих дверей в дом. И каждый из этих элементов должен быть грамотно подобран, чтобы получилась целостная и красивая композиция, органично сочетающаяся с оформлением всего участка. Решить такую задачу без помощи профессионалов просто невозможно. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.